Здоров всем, это Фриз, и вы меня просили снять грифер-шоу ловушками. Поэтому сегодня у нас будет грифер-шоу вот такой вот ловушкой. Наверняка у тебя сейчас вопрос, где же вообще эта ловушка находится? Ну, на самом деле, наверное, уже все поняли, где она находится. Ну, в общем-то, смысл этой ловушки, я думаю, вы знаете, но объясню для новичков. Прямо под этим домом находится огромная ловушка, она очень реально большая, то есть, смотрите. Челик заходит вот сюда, я, допустим, забегаю в домик, открываю сундук, и вы просто посмотрите, какого масштаба эта ловушка. Она, ребят, очень огромная, поэтому за старание, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Это будет отличная мотивация делать ролики каждый день, ну или не каждый день, через день, потому что я сейчас болею и у меня с горлом проблемы. Ну и также не забывайте заходить на сервер CraftU, IP на который есть в описании, вот, так что все, давайте мы начнем, погнали. Я предлагаю написать в чат, кто PvP-TP, я на РТП. Кто PvP-TP, я на РТП, честно, без ловушек. И, кстати, ребят, к нам кто-то телепортируется, какой-то М4, смотрите, ребят, это кикстартер. Отлично, давайте его попробуем загасить. Так, стой. Ребят, вы это видели? Это что сейчас было? Чего? А что с челиком? Чего он так далеко бьет? Чел, все, улетай. Все, давай, до свидания. Ребят, смотрите, это... Все, офигенно. Блин, я даже не могу закричать, у меня очень сильно болит горло. Ребята, сорян, ну ладно, пофиг. Короче, ребят, прыгаем сюда и... Стоп, подожди, бэк. Во, вот так вот, ребятки. Прыгаем сюда и смотрите, это получается уже был кикстарт, неплохо. Дальше у нас уже должна быть алмазочка, поэтому мы прямо сейчас восстановим эту ловушку и идем добывать какую-нибудь алмазочку. Ребята, я кого-то принял, смотрите, это алмазник, отлично. Так, все, ребят, бежим. Пляемся в него вот так стрелой, потому что у меня очень мало сердечек. Кстати, ребят, мы его, наверное, можем даже загасить без ловушки. Так, давайте попробуем это, ребят, сделать с помощью топора и... Ребят, отлично, ребят, мы загасили уже алмазника, да, даже без помощи ловушки. Это, ребят, просто замечательно. Так что давайте еще раз напишем, кто PvP на РТП, я без ловушек. И, ой, блин, я проспамил очень много. Ну ладно, пофиг. 5 minutes later. И давайте сейчас немножечко раскладируем свой инвентарь. Ой, это что? Это кто? Ты чё? Алло? Так, окей, давайте, ребят, принимать народ, потому что ко мне уже очень много кто телепортировал. Ай, жопка, черт! Так, ребят, все. Отлично, ребят. Вы видели? Я сам себя взорвал. Ребята, вы только посмотрите, здесь трое челиков, и просто у них у всех тотемы, поэтому, наверное, все-таки их, ну, мы не сможем загасить с помощью ловушки, потому что их придется добивать. Но добивать, ребятки, мне нечем, поэтому попросим их просто линуть отсюда с помощью языка. Пожалуйста, ливните отсюда. Можно скрин. Да, ну, блин, давай. Ребята, смотрите, здесь какой-то типок. Ребят, это идеальный шанс его загасить. Давайте. Стоп. Давайте немного его приманим. Вот так вот, пам, и вот этого челика пам. И, ребят, просто заходим сейчас в дом, ребятки, и вот так делаем пам. И, ребята, они все падают. Отлично, все, смотрим. Блин, чел не разбился. Или разбился? Блин, я даже не могу его посмотреть. Нет, ребятки, к сожалению, здесь никто не разбился. Почему так, непонятно. Потому что, блин, у них как бы были щиты. И вот. Нифига, ни себе. Плюс инфаркт, пупыц, я обосрался. Ну вот и такое, ребятки, бывает. Так что, блин, смотрите, здесь кто-то уже поставил ситхом. Черт, ё-моё, подождите, стоп. Нужно починить по-быренькому эту всю ловушечку, чтобы сюда больше никто не залетал, ребятки. И все, у меня сзади, ой, сзади. У меня внизу есть моя охрана. А у нее есть своя охрана. Это же песня! У моей охраны есть охрана, ля-ля-ля. Кто знает название, напишите, пожалуйста, в комментариях, а то я забыл, как это называется. Ну и, в принципе, если челик даже будет с тотемом теперь, они могут и помочь мне его загасить. Поэтому давайте мы прямо сейчас напишем слово в чате, кто PvP. Я на РТП, ТП без ловушек. И будем постепенно принимать каких-то челиков и ожидать каких-то алмазников. О, ребят, смотрите, все, сразу тимбич. Так, ребят, я надеюсь, что все будет отлично. Просто, ребят, бежим. Ники палец, ребят, ники палец. Так, ладно, окей, неважно, ребят, просто не. Здесь типок, черт, чел, ну что, почему, зачем? Стой, стоп, иди сюда, типок. Да что ты мне жопу свою показываешь? Пошел вон. Стоп, ребят, ну, нужно поставить блок. У них там... Ты тварина, ребят, смотрите, что он сделал. А что, я не умер? Не понял. А чё я не умер? Но, ребятки, смотрите, моя ловушка отлично работает, потому что чел кидает перышку, и его здесь, ребятки, гасит. Просто ловушка, ребят, все-таки работает. К сожалению, она коряво работает, но, ребят, это ничего не помешает мне, потому что, блин, челика просто-напросто загасили. Загасили моя охрана. А у нее есть своя охрана. Итак, ребятки, все, давайте снова телепортируем сюда народ, потому что ко мне очень много кто телепортируется, и, блин, ну это одни кикстартеры какие-то вонючки. Мне такие не надо. Ребята, смотрите, этот челик не такой уж
очень простой, он с щитами, ребят, смотрите. Вы посмотрите, как он бьет, то есть щитом, ему пофиг, ребят. Что? Что происходит? Посмотрите, чел бегает щитом. Алло, это что? Ребят, ну офигенно, хотел заснять этот грифер-шоу ловушкой, а меня тут фигачит и, блин, я вообще сейчас умру. Отлично. Ребят, смотрите, здесь какая-то алмазка есть. Защита 2. Слушайте, это же не моя защита 2. Стоп! Тварина, кто подобрал? Да блин, чьи-то шмотки вообще были? Ну ладно, ребят, зато я подобрал нагрудник крутой и штаны. Кстати, подожди, я практически все подобрал, поэтому... О, смотрите, мне кто-то что-то скидывает. Смотрите, ребят, мне кто-то что-то скидывает с небес. Блин, я всего лишь телепортировал какого-то сюда челика. И уже здесь просто, ребят, вы посмотрите, сколько здесь челиков этих. О, здесь еще один типок. Так, все, ребят, даем ему этому челику КД тоже. Ребят, блин, я хотел сейчас слодировать ресурсы, а эти челики... Эй, ты что мне показываешь жопу? Эй. А, это Гизус, ребят! Блин, я всрал все вещи. Я просто хотел сейчас сложить все ресурсы, а меня убили. Отлично. Но, ребят, ничего страшного, ничего страшного. Я прямо сейчас и буду фигачить топориком, потому что, блин, не тут-то был. Слушай, это будет сложнее, чем я думал. Но подождите, ребят, сейчас все будет. Хомлов, мы просто вот так делаем, вот так делаем, вот так ломаем блок и все. Гизус, до свидания. В смысле? Он не умер? Да ладно, он не умер, ё-моё, ну за шо? Да, он не умер, черт. Ну что ж, нам придется снова начать все с нуля, поэтому я пишу в чат такую команду, кто по ВПТП, я на РТП, честно, без ловушек. Ну и, собственно, к нам уже телепортируются какие люди, поэтому мы к ним... Да блин, ну чё же они все голенькие, ну типки, надо алмазники. 5 minutes later. Ребят, смотрите, смотрите, я нашел типка. Все, бежим. Нет. Это читер еще был, отлично, круто. Так, окей, ребят, мы просто делаем вот так, пам, и... Ты чё, угораешь? Серьезно? Один блок. Ребят, один блок. Он стоял просто в одном блоке от этой огромной ловушки. В одном блоке. Ну, а мы, в общем-то, продолжаем телепортировать сюда народ. И смотрите, ребят, снова алмазник какой-то телепортируется. Мы его чуть-чуть давайте попехаем, потому что, ну, чтобы его ввести в заблуждение, что это реальное ПВП и без обманок. Но что-то он... Ой, все, активит. Увидел. Так, стой, ребятки. Он что-то... Он по-любому что-то заподозрит. Все, все, просто, ребят, просто ливаем отсюда, и все. Главное, чтобы он, ребят, сейчас за нами побежал, а он за нами бежит. Хоть не хотя, ребятки, но бежит. Мы, типа, открываем сундуки, ищем что-то в сундуках. Но в это время давайте мы сделаем... Я мод этот не установил. Ну ладно, ладно, ребят, он куда-то убежал. Так, окей. Давай, чел, иди сюда. Здесь огромная ловушка, ребят, и если... Ой... Здорово. Так, ладно, ребят, неважно. Все, давай, даем ему еще раз колдаун и попробуем его снова убить. Но, ребят, он что-то шарит. Он знает, что здесь ловушка, наверное. И просто сейчас меня здесь убьет. У меня пол хп, черт, ребят, пол хп. Так, но он как-то не торопится за мной, по мою душу. Ну, ничего, ребят, ничего. Мы просто будем... Давайте, ребят, мы просто будем стоять вот где-то здесь. И как бы он же не знает, что здесь вообще везде есть ловушка. Поэтому, ребят, нужно как-то его завлечь сюда. Благо, мне еще тут помогают. Это вообще офигенно. Но, скорее всего, ребят, он прямо сейчас ливнет, потому что колдаун уже про... Здесь двое челиков. Черт, ребят, здесь двое челиков. Так, окей, ребят. Зато у меня будет три сета. Ём, ребят, три типка. Так, чел, бежим. Отлично. Все, главное, ребят, сейчас подозвать их сюда. И, в принципе, все. Так, ребятки, давайте сюда идите. Если они сейчас подбегут сюда, это будет, ребят, вообще шикос, потому что здесь у меня по всему периметру находится ловушка. Так, все, ребят, блин, не ломаю. Ну ладно. Так, ребят, все, пора ломать. Ломаю, отлично, все, Черт, я только своего сломал, черт. Тот чел все-таки убежал, блин. Ну почему так? Да, блин. Ребят, я, смотрите, я кого-то телепортировал из скинстартеров. Отлично. Он бежит, ребят. Нет, не бежит в мою ловушку. Я уже подумал, ребят, то, что этот челик уже бежит в мою ловушку. Но, ребят, ничего страшного. В моих силах загасить кого-то скинстартера, поэтому мы можем прямо сейчас нафармить себе немножечко брони. Главное, как-то его догнать и дать кулдаун. Все, отлично, дал кулдаун. И, ребятки, мне кажется, что он просто отбегает от меня, чтобы отбежать от моей территории. Но, блин, тогда же не писать то, что это моя территория. И, слушай, у него нет, наверное, меча даже. Офигенно, слушай, все, у него пол хп. И если он сейчас запнется, то он умрет, и он запинается, и он умирает, и все. Отлично, ребят, у меня есть уже. Ты че? Алло, шалкер, ты чего? Алло, здесь типок, ребят, здесь какой-то типок. Вы видите, здесь коррика. Здесь партиклы есть, ребят, здесь какие-то партиклы есть.
Какой ты дурачок. Просто вот, ну они же мешают, ребят. Они так сильно мешают, эти челики, которые ломают ловушки просто специально, чтобы помешать видосу идти. Просто. Ребята, ко мне, короче, телепортировался какой-то алмазник. Ой, он, ребятки, какой-то слабенький. Так, отлично, ребят, бежим. Здесь какой-то типок, черт, ты чё? Чел, нет, нет. Ну почему? Зачем? Просто, ну зачем вы ломаете? Зачем вы рушите мое строение? Короче, ребят, из-за вот такого кибербуллинга я больше не хочу снимать ловушку. Вот, но если вы здесь наберете 2000 лайков, так уж и быть, засниму я вам ловушку полноценную с левого аккаунта, чтобы никто не догадался, то, что я фриз, и намного больше. Больших размеров, намного она больше будет, намного практичней. И я обещаю, то, что там будут некоторые механизмы, которые вы еще не видели на моем канале. Поэтому, если вы очень сильно хотите увидеть ловушку на моем канале, то просто набирайте здесь 2000 лайков, и я снимаю этот ролик. Напоминаю то, что, ребят, я еще болею, я снимаю на следующий день, как я пошел к врачу. Кто вообще интересуется, то у меня как бы ничего особого нету, просто горло. Если вы заметили, то немного как-то оно першит, бывает, пропадает. Сорян, ребят, но я очень хочу выпускать видосы каждый день, поэтому вот. На этом все. Большое спасибо, кто досмотрел до этого момента. Блин, из-за челиков, к сожалению, мы прерываемся, потому что я знаю, как это будет. Они будут просто, ребят, весь ролик меня таргетить, ну, я такое не люблю. Поэтому вот, все. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пяу. Пф.